Так, площадь Маяковского. А зарядки у меня, между прочим, только 17%. Значит, срочно надо найти какую-нибудь шоколадницу или что-то в этом духе. Да, кстати говоря, я примерно знаю, где есть шоколадница, но она по правой стороне. Так, ага, гостиница Пекин. Ну, гостиницу Пекин мы должны заснять, конечно же. Тем более, что это наша гостиница Пекин. Так, хорошо. Ну, а где чашечку кофе можно выпить? Ну, там, Москва. Архитектура, ну, я думаю, подальше. Владимир Владимирович Маяковский. Владимир Владимирович Маяковский. Вот у меня жить. Я волком бы выгрыз бюрократизм. Мандатом почтения нету. Ко всем чертям с матерями катись. Любая бумажка. На эту по длинному фронту купе и кают. Чиновник учтивый движется. Сдают паспорта. Я сдаю мою пурпурную книжицу. К одним паспортам улыбка у рта, к другим отношения плевые. С почтением берут, например, паспорта с двухспальным английским левую. Глазами доброго дядю выев и не переставая кланяться, берут, словно берут чаевые, паспорт американца. На польский глядят, как в афишу коза. На польский выпяливают глаза в тупой полицейской слоновости. Откуда, мол, и что это за географические новости? И не повернув головы качан, и чувств никаких не изведав, берут, например, паспорта датчан и разных прочих шведов. И вдруг, словно ожогом, рот скривило господину. Это господин чиновник берет мою краснокожую паспортину. Берет как бомбу, берет как ежа, как бритву обоюдоострую. Берет как гремучую в 20 жал змею двухметровую ростую. Мигнул многозначащий глаз носильщика, и хоть вещи снесет за даром вам, жандарм смотрит на сыщика, сыщик на жандарма. С каким наслаждением жандарм прикастый, я был бы исхлестан, измят и распят за то, что в руках у меня молоткастый, серпастый советский паспорт. Я волком бы выгрыз бюрократизм, к мандатам почтения нету, ко всем чертям с матерями катись, любая бумажка. Но эту я достаю из шейных штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза.